Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребят, хочу представить к вашему вниманию уникальный сервер под названием Golden Mine. Вы спросите, чем же он уникальный, ребят, потому что на моем канале я еще не обозревал сервера для версии Minecraft Pocket Edition 0.15.4. Ну что ж, давайте мы пройдем регистрацию, но перед этим я зайду. Так, мы видим Кент АПК, баланс, то есть мы видим такую мини-статистику у меня посредине экрана, тоже очень даже неплохо, очень даже солидно. Регистр и пишу мой супер пароль. Самое главное, чтобы меня никто не взломал. Да, пошутил, да, пошутил Кент АПК. Бывает и такое. Это у нас такой спаун в виде лобби какого-то. Слушайте, сделано очень круто, очень оригинально. По всей видимости, они его не качали, а это очень похвально, потому что они его делали сами. Слушайте, ну спаун мне нравится. Давайте я напишу кит-старт и посмотрю, что же он в себя включает. Кит. Старт или кит-стартер, интересно. Тебе выдан набор кит-старт. Ага, я получаю себе, то есть, золотой меч, алмазный меч, неплохо, неплохо, дубовая древесина, каменный меч, ой-ой-ой, скок мечей-то, я не знаю, зачем мне так много мечей, еще и салатовую шерсть дали. В общем, ребятки, если вы заядлый воин, если вы любите драться, то я думаю, что данный сервер, данный кит-старт придется вам по душе. Давайте мы пройдемся по варпам, потому что я уверен, что варпов тут много. Варп. Ага, варп выживания, варп магазин. Давайте варп, наверное, ПВП. Хочу начать из ПВП арены. Варп ПВ. Так, неправильно, варп ПВП. Это у нас ПВП арена. ПВП арена находится недалеко от спавна. Ребятки, очень крутой сервер. Правда, ПВП арена меня немножко огорчает. Слушайте, но ПВП арена какая-то слишком скудная. Но зато можно проверить свои навыки в честном бою один на один. Поэтому, в принципе, есть и свои плюсы этой ПВП арены. Но если бы я делал бы ПВП арену, я бы ее сделал бы побольше и добавил бы всяких деревьев, лавы и так далее. Ребят, также на спавне я заметил очень полезную вещь. Это таблички. То есть, если мы хотим появиться в зимнем биоме, мы нажимаем на снег. Если хотим в лесном, то нажимаем на форест и так далее. Ребят, как по мне, это очень круто, потому что теперь гораздо проще выбрать необходимый биом. Если я, допустим, не люблю выживать, допустим, не люблю я выживать в болотном биоме, я обожаю, допустим, выживать в песчаном биоме, то я нажимаю просто на песок и изи-бризи Кент АПК уже в песчаном биоме. Ребята, это тоже очень классно, очень круто, очень продумано. Но давайте мы обратно отправимся на спавн. Это у нас, ребят, варп-паркур, то есть, если вы обожаете паркур, если вы себе считаете крутым паркуристом, то, ребятки, вам тут будет не скучно, потому что паркур, ой, какой длинный, я его проходить не буду, потому что я уверен, что я его не пройду. В общем, ребята, я вам всем рекомендую зайти на этот сервер, на нем поиграть, потому что вы сами видите, что тут все сделано очень круто, очень все продумано, то есть, самое главное, что сервер на версии 0.15.4. В общем, ребята, IP и порт будут в описании. Также группа ВКонтакте сервера тоже будет в описании, поэтому, ребята, заходите, играйте, вступайте в группу. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока!